Друзья, всем привет! В прошлый раз мы пытались показать вам 7G лабораторию, но нас настигла фиаско и видео стремительно закончилось. Поэтому сегодня будем стараться сделать более длительную, более увеселительную видеопрогулку. Чаще всего людям не нравится, когда я в видео рассказываю какой-то хейт, то есть люди привыкли не видеть правду, не замечать. Поэтому в этом видео я постараюсь сделать максимально все красиво. Мы посмотрим, изучим корпус КПИ, как он выглядит. Студместечко, я тут давно не был, ну условно, и тут вроде бы что-то поменялось, и поделали некоторые ремонтные работы. Посмотрим, что из этого вышло. Библиотеку. Библиотека закрыта в связи с кризисом идентичности. Написано «маневровый танк-паровоз». Ну, я думаю, маневренность у него просто на высоте. Ань, как ты считаешь, какова вообще маневренность такого вот огромного танк-паровоза? Ну, я думаю, на те времена там была прекрасная маневренность. Сейчас включить фантазию, закончить физмат, что-нибудь добавить, и будет вообще как паровоз с будущего. Друзья, минутка поэзии. У нас небольшой поэтический вечер. Марина Цветаева прошептала: уже светает, вылазь из подвала, да ты заебала. Твой Рустам редкостный грубиян. Вот. Смотрите, мы нашли очень древний аппарат, я не знаю, он был еще дореволюционный, может быть, еще эпохи викторианства, раннего или позднего викторианства. Как видите, вот эта вот насосная станция, она вырабатывает с помощью пара на углях, на древесине. Сюда вырабатывается энергия с помощью пара. Вот оно так выглядит. Это удивительная находка. Удивительная находка! Мне вот эта конструкция, вот эта вот, напоминает фильм «Основные подводные лодки» про капитана Немо. Капитана Врунгеля. Капитана Врунгеля, но больше капитана Немо. Ну да, здесь отдает каким-то британским постмодернизмом. Именно британским. Много табличек «Выгул собак забронен». Отчасти это правда. С собаками нужно гулять в определенных местах. За ними нужно следить. Уважайте, пожалуйста, своих животных, себя и людей вокруг. А ничего, что она в таком виде, по-моему, тут людям и тому, кто ее установил, плевать. Неважно, в каком виде табличка, главное все-таки уважать друг друга и правильно выгуливать своих животных. А, ясно, спасибо. Это полезно и для нас, и для них. Потому что все хотят собачку, а за собачкой следить, ухаживать не хотят и заниматься ней потом не хотят. Это не игрушка. Собака – это огромная, колоссальная ответственность. Колесо лопастное на спину прикрепил запасное. Баш дбає про свою сім'ю, баш дбає про деревину. Деревину. Откуда-то сверху упало. Сделать. По сути, просто у нас в стране, как бы, это такая национальная идея дбати про свою сім'ю, про дітей, про деревину. Разве не так? Конечно, так. Так и везде так. В смысле везде? Ну, везде, во всех странах заботятся о своей семье, о своих, если есть детях, то детях, своих животных. Да. Я был, о природе заботиться. Я был убежден, что это наша национальная идея. Нет, идея семьи, она везде одинаковая. Блин. Друзья, я дбаю про деревину ось на цьому танку. Зараз я сюди залізу, натисну на гальма. У
нравится. Тут такое место, не хочется отсюда уходить. И все эти дома, эти здания кирпичные, они настолько грамотно и красиво построены. Я не могу насмотреться. Какая-то атмосфера здесь манящая. Запечатлен исторический момент, когда котики пересаживаются на самокаты. Хтось каміння поклав, прямо на стежку поклав каміння. Як так? Каміння поклав на стежку. Це символ того, що треба бути бдительним в житті. Там ще м'яч стремительно летів в голову. Як це пояснити? Ну м'яч, він такий, він має свойство стремительно в кого-нибудь летіти. На себе іспитано. Смотрите, а здесь маеток, спортивно-развожальный маеток, штанга из металла сваренная. Мама дорогая, еще и на цепи. Занимайтесь спортом, друзья. Ну, торопитесь медленно. Друзі, ви самі можете бачити, як гарно на спадщині. Красиво, да? Красиво на спадщині. Дуже красиво. Друзі, на спадщині гарно. Гарно. От слова кульбаба. Господи. Все, ребят, на этом видео подходит к концу. В этот раз нам удалось завершить начатое. Мы показали весь парк вам. То есть видео не прервалось, как в прошлый раз. Все прошло удачно, я покушал смачно. Всем добра. Так, мы на этой машине едем? Угу. А, на той.